95-й год. На базе «Зенита» возле пруда главный тренер команды Павел Садырин, под руководством которого 11 лет назад команда впервые стала чемпионом Советского Союза, дает интервью для петербургского телевидения. Посреди интервью он слышит крики с другого берега и, тут же сбросив штаны, прыгает в пруд и быстро плывет. Оказалось, в этом пруду в удельном парке купались мальчишки, и одного из них затянуло на дно. Доплыв до места, Павел Федорович с третьей попытки со сбитым дыханием смог нащупать на илистом дне мальчика и вытащил его на берег. Мальчику сделали искусственное дыхание и привели его в чувство. А Садырин вытерся, переоделся, подошел к журналисту и со словами «На чем мы там остановились?» продолжил давать интервью. Указом президента Садырина наградили медалью за спасение погибавших. Однако это был не первый случай, когда легендарный тренер спасал людей. Когда Садырин был еще футболистом «Зенита», в Баку он спас девушку-телефонистку из подвала, которая затопила из-за плохой погоды. А уже будучи тренером, он спас ребенка из горящей машины на бензоколонке, потушил огонь и отогнал машину, чтобы не случился взрыв.